Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Время 7:40, я иду на работу. На улице уже светло, прям так как днем. И вечером темнеет уже позже. Скоро будет полярный день. Я прям не могу дождаться, когда начнется полярный день. Потому что мне очень нравится, когда круглосуточно светит солнце. Очень нравится. Я и чувствую себя гораздо лучше, нежели в полярную ночь. Чувствую себя очень бодро. С утра легко встаю. Конечно, засыпаю поздновато летом. Но успеваю высыпаться. В принципе, мне 5-6 часов хватает для того, чтобы выспаться. Если сравнивать с полярной ночью, то можно сказать, практически не спим. Потому что в полярную ночь и 12 часов мало. Вечно ходишь сонная какая-то, чумная. Постоянно хочешь спать. Будет такое... недомогание, в общем, бодрости совершенно нет. А в полярный день прекрасно себя чувствую и весь день бодренькая. Сегодня на улице тепло. По прогнозу минус 27, но абсолютно тепло. Я вот держу камеру, даже рука без варежки. Ветра нет. Ветра нет, поэтому кажется, что тепло. Но все равно вот люди идут, нос прикрывают. Наверное, может быть, долго идут. Я-то всего лишь минутки 3 назад вышла. Но тепло. Посмотрим, что будет вечером. Все, рабочий день закончился. Иду в драмтеатр. Вчера забронировала билетики. Приезжает кукольный театр с Красноярска к нам в гости. В наш суровый северный Норильск. Несколько дней будут спектакли свои проводить. Вот 2 билета забронировала. А сейчас нужно выкупить. Ой, не в те двери. Вот гастроли Красноярского театра кукол. 28 по 01. Интернет-мюзикл. Щелкунчик. Вот на Щелкунчика мы пойдем. Рождественская сказка. 4+. Как раз для Мирончика. Пойдемте в кассу. Я бронировала билетики на Щелкунчик на 28-е 12:00. Так. Марина. 4-й ряд. 2-3 место, по-моему. Угу. 700 рублей. Ой, полетели. Девушки. Угу, спасибо.
Подскажите, пожалуйста, еще есть какие-нибудь билетики для деток свободные? Не театр кукол, а местное что-нибудь? Есть. Ой, давайте. Я у вас тогда приобрету заранее. Это когда? На 3 и на 25. Апрель, да? Давайте. Да, да. Давайте на 3. И 4 в гостях у сказки. Так, давайте тогда на 4 и на 25. Вот так, чтобы нам не все сразу. 3 года. Там 2 билета, да? На сайте смотрю, нету в наличии. А надо все-таки приходить, да? Просто это школа отказалась. Вот они все не появились. А, понятно. Вчера... Да, я вчера просто смотрела, на сайте да, ничего на сайте нету. Уже нет, это просто отказались. Угу. Так, и сколько еще с меня? Так, 600, 900 рублей. Угу. Угу, спасибо. Это все малый зал, да? Это малый зал. Угу. Зал есть на 21 на это воскресенье. Сказка Гарри Поттера. Нет, что-то мы пока, я думаю, не высидит он. Ну да, с малого. Мы только в малый ходим. Хотя на Снежную Королеву ходили, ему понравилось. Хотя... А да, и это тоже понравилось, потому что он для поменьше детей. Спасибо. Удачно я сегодня зашла, на сайте билетов нету, но контролер сказал, что отказались садики, поэтому билеты поступили в продажу. 25 апреля, на 4 апреля, разница в цене 300 рублей, а эти 150 рублей. И вот еще 28 марта щелкунчик. 350 рублей. Будет у нас театральная весна. Мы зиму дома просидели. Практически. А весну будем ходить по театрам. Ну что, пятница. Настроение супер. Погода тоже классная, солнышко светит, ветра нет, тихо, спокойно. Хорошее настроение. Сегодня у нас на работе был такой сладкий день. На сегодня 2 тортика. Что-то я как-то не там спускаюсь. Завтрашнего дня, завтрашнего дня 2 наши коллеги уходят в отпуск, поэтому вчера у нас была на обед пицца 5 штук. Мы вчера объедались весь день, а сегодня у нас на обед 2 торта. У нас в Норильске такая традиция, вот. Где бы я ни работала, везде так, и у супруга так, ну, вообще на каждом предприятии, в любом коллективе так. Когда работник уходит в отпуск, он обязательно проставляется. Где-то это торты, где-то это пицца, у нас пицца. Когда уходим в отпуск, покупаем пиццу, а когда день рождения, покупаем тортик. 2. Вернее, тортиком. Либо 1 большой. Потому что отпуск – это такое событие. Представьте, мы здесь отпуск ждем целый год. Живем от отпуска до отпуска. Приезжаем с одного отпуска и уже начинаем планировать следующий. Сразу же. Поэтому событие большое, радость большая, и, соответственно, коллегам
приносим какие-нибудь вкусняшки. Норильск ожил. Народу прям столько гуляет. Пятница. Это потому что пятница. Ну и плюс хорошая погода. Солнечная. Люди возвращаются с работы. Впереди выходные. Я сейчас зайду в магазин и тоже куплю какие-нибудь вкусняшки. Будем валяться перед телеком и поедать всякие вкусности. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И всем пока и хороших выходных. Пока. Ну вот, что я купила в магазине сегодня. Вот с одной стороны в Норильске есть все. Да, действительно, сейчас в магазин зайдешь, и в принципе в магазинах есть все, все продукты. Но с другой стороны, в каждом магазине одинаковый ассортимент. Везде одно и то же. Вот думаю, куплю вкусняшек сегодня на вечер. Зашла в магазин и не знаю, что купить. В итоге вот это вот у меня вышло на 1800. Вот кижуч 616 рублей килограмм, яблоки 226, 182 рубля, яблоки Черный принц 182 рубля за килограмм, здесь 226 рублей, и чупа-чупс Мирону, да, семечки, вафли яшкинские 250 рублей килограмм, ириски 214 рублей килограмм. Чеснок 263 рубля за килограмм. Тут у меня три штучки. Сахар 59 рублей за килограмм. Этот пакетик 81 рубль. Яйца. Сколько яйца стоит сегодня? Яйцо 99 рублей. Ну что-то стабильно прям. 99 везде. Фунтик маленький. Так, и орешки взяла. Орешки. Вот у меня уже папа тут распаковал баночки. Пересыпал сюда в пакетик. Сейчас я еще миндаль пересыплю. Так, ну, кишью стоит 975 рублей. Баночка 230 рублей. Сколько здесь грамм? 236 грамм. Так, фундук очищенный 950 рублей за килограмм. Здесь вот на 218 рублей было в баночке. Ну, баночки не полные, конечно. Ну, в принципе, орехи везде дорогие. Орехи в Сибири цена практически такая же. Так, и миндаль стоит 100 грамм. 100, так, сколько? 100 грамм. 112 рублей. Вот миндаль 112 рублей. Так вот сходила в магазин. Что мы сегодня будем кушать? Будем кушать орешки перед телевизором и ириски. Это наше сегодня лакомство. А, ну еще и яблочки. Ну все, всем приятных выходных еще раз. Всем пока!